бля. Фу. О, привет, Санек. Здорово, Рэмбо. Сколько лет, сколько зим. Слышал, стушку забрали в экспериментальную больницу. Ну за что? Че будем делать-то? Надо выручать, парни. Я Саша Ключ. Я Вита Рамбоза. На святое дело идем. Друга из беды вызволять. Поменьше только снайпера. Хуя. Не заметишь. Подстрелят и все. Вспомни боевое прошлое. Как ты управлял машиной БМП? Я управлял машиной ГНЗ. Я бы второй мобильный, понятно. Ну чего, ничего, Рэмбо. Служил. Здоров, пись. Лёха, ты картонная. На нём никого писить вообще невозможно. У меня пись самого. Ну, я ты меня нагибаешь, что ты нагибаешь. Я не нагибаю, я тебя просто нагибаю. Вон она больница. Вон она больница, смотри. Дело за нами. Рэмбо, ну вот мы и дошли. Вон он корпус первый. Там охрана. Сейчас будем их резать. Я, короче, режу. Ты ломаешь шеи. Вызволяем ступу. И бегом на руках его, короче, вот такого, он легкий. Выбегаем, ловим тачку и на форсаж. Сажа, а сейчас нам надо выпить гербатона, иначе мы не осилим. Точняк, Рэмбоза. Щелкает, значит, открывается. Теперь мы в силе. Пару нахуй. Сейчас возьму свой нож и всем перережу глотки. Ну, ступа будет свободен. Саша, правильно ты меркуешь. Ступу надо выручить по-любому. Любасу, я тебе говорю. Все. Сейчас идем, брателло, короче. На смертный бой. Идем выручать ступу. На святое дело идем. Да, был я в экспериментальной больнице. Это жопа. Там такие укольчики есть. Это, блядь. Вот все равно. Ну ладно, я не буду контраст проводить, как никакой. Короче, колят его, он держит месяц. Ты лежишь, тебе плохо, хочется походить. Встаешь, походить, тебе хочется лечь. Хочешь посидеть, садишься, опять хочется походить. И так целый месяц. Не, пацаны, это правда, это жесть. Не надо, только не уколы, не надо укол. Ой-ой-ой, что же это такое? Что же это такое? Не надо, товарищи, люди, не надо. Блять, сука, что-то сон берет. Надо таблетку въебать, наверное, я думаю. Чтобы не спать. Все, через 20 минут буду под речку.
стороны, вот вы можете оказаться вот за этим забором. А это не в кайф. Вообще не в кайф. Помогите! Отсюда доносятся какие-то голоса, но я на них не обращаю внимания. Слышь, парень, ты кто такой? Я Саша Ключ. Санек, а что с тобой стряслось-то? Ну что ж ты, я воевать пошел. Зачем мы только принимали эти таблетки? Чтоб не спать! Блять, сколько ж я съел, не помню. Ступа, сейчас я тебе покажу. Я тебя не брошу, братишка. Будешь со мной, брат! Убью за тебя! Слышал? Вот и все! Какого хрена сюда подошли, а? О, здорово, брат. Здорово. Ну, здорово. Ну как, справился со своим заданием? Шеи попереломал всем? Всем шеи переломал. А я всех порезал, вот видишь. Значит, проход к ступе свободен. Короче, мы с тобой прошли внешнюю охрану. Я всех порезал, ты всем уже эти переломал. Горлы, как говорит моя соседка. Теперь нам нужно проникнуть во внутреннее помещение. Ты думаешь, как? А у меня есть на это ответ. Вот мы сейчас это взорвем все. Мы этот замок взорвем. Я ставлю, короче, время. Сколько нам хватит времени, чтобы бежать? Минуты хватит? 2 минуты. Все, 2 минуты. Все, давай, беги. Братан, я докажу. Нихера себе, вот это экспериментальные машины. Блин, они страшные, там трубы, там, наверное, что-то делают с людьми, что от них пар исходит. Вагон. Ничего, мы залезем и туда. Oh!